Привет, меня зовут Алексей Рыбаков, и я вас приглашаю на IT-толк, который пройдет в Днепропетровске, вместе указано на ссылочке внизу. Говорить мы будем о следующем. Поговорим мы о Google Glass, о том, как их программировать, зачем они нужны, что такое JDK, что такое Mirror API, и поговорим мы о Device Sky и о таком интересном устройстве. Естественно, мы все это запустим, попробуем, потрогаем руками и обязательно фотографируемся.